прелесть. В черте города, в нашей, так сказать, деревушке. В центре города. Они реально заскакивают на деревья. Тут и козлята. Так, а это у нас кто? Козлы или козы? Все подряд едят. Так, судя по всему, это пацан. Слушайте, ну они так реально, козы могут ободрать весь покров. Это сегодняшний, так сказать, сюрприз. Увидеть в черте города коз. Супер, вообще. Вон они даже кустарники объедают, иву. Прожорливые такие. Так, это у нас маманя, походу. Вот она серая девчонка. Молодая. Подошли к дереву и общипывают его. Да. Козы-то знают, что им есть. Но тут их голов. Три больших, мелких, штук 8. Нет, даже 4. Тут уже целое стадо. Вот такой сюрприз в центре города. А, вот она. Вот она. Маманька. Вымя у нее все. Красивые такие. Молоденькие бегут. В общем, я поражена сегодняшним сюрпризом. А черный, походу, козлик. Пацан. Нет, тоже девчонка или пацан. Не, пацан черный. Пацан.